В Лентории отметили новоселье. Там ввели в эксплуатацию еще две очереди многоэтажного дома в 5-м микрорайоне. В предыдущий раз квартиры также в двух подъездах в нем заселяли в конце прошлой недели. Завершить строительство дома планируют в конце этого года. Материал наших коллег из Линдора. Большинство сегодняшних новоселов – молодые семьи, вступившие в ипотечную программу. В меньшинстве – переселенцы из ветхих и финольных домов. Например, из 63 квартир, вводимых в эксплуатацию сегодня, только 7 предназначены для людей из деревяшек. На втором месте – ленторцы, купившие жилье за наличный расчет. Раз в месяц мы тут бываем обязательно. Что смотрите? Качество выполнения строительно-монтажных работ, объемы проверяем, контролируем работу наших субподрядных организаций. То есть контролируем весь цикл строительства, начиная от нуля и заканчивая под ключ. Строительство следующих трех подъездов второго дома 5-го микрорайона планируется начать в марте. Также нынешней весной будут забиты сваи под кирпичное малогабаритное жилье на 90 квартир, который станет аналогом 5-го дома.